Судебное заседание, на котором предстояло рассмотреть ходатайство адвокатов об освобождении из подсудебного контроля депутата Марины Таубер, перенесено на 15 марта. Причина – отсутствие прокуроров. Вице-председателю партии ШОР запрещено покидать муниципий Кишинев. Таубер заявила о несогласии с этой мерой пресечения и ходатайствовала о снятии ограничений. Никаких аргументов нам не предоставили. Где именно сейчас находится прокурор и чем он так сильно занят, мы тоже не понимаем. Но мы считаем, что вот ваш коллега задал очень правильный вопрос, что это ответ моей Санду на нашу продолжающуюся борьбу. И это ее лично давление и давление со стороны партии ПАС, которая считает, что люди не могут и не должны выражать свое мнение, свою позицию. Не может быть рассмотрено ходатайство в отсутствие прокурора. Мы ознакомились с его заявлением. Оно настолько было подано в спешке, что даже отсутствует электронная подпись. Я не знаю, откуда суд уверен, что это именно прокурор отправил это данное заявление. Вот. Но мы с этим разберемся. Действительно, суд не может рассматривать без прокурора данное ходатайство. И отложили на 15 марта. Наш телеканал попытался узнать причину отсутствия прокурора и появится ли он на следующем заседании у пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Виолины Марару. Однако она не ответила ни на наш звонок, ни на сообщение. По этой же причине не удалось получить комментарий на высказывание Марины Таубер в адрес Майи Санду у пресс-секретаря администрации президента Ирины Гатишан. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас отказалась давать какие-либо комментарии на эту тему. Напомним, депутат Марина Таубер была освобождена из-под домашнего ареста и помещена под судебный контроль 5 января. Она находится под следствием по обвинению в фальсификации финансового отчета партии и содействию финансированию политформирования со стороны организованной преступной группы. Депутат заявляет о своей невиновности и считает представленные прокуратурой материалы необоснованными, а арест – злоупотреблением со стороны власти, которая, в свою очередь, отвергает данное обвинение. Генеральная прокуратура утверждает, что у прокуроров есть доказательства вины депутата и подчеркивает, что учреждение является аполитичным, а прокуроры действуют строго в соответствии с законом. Президент Майя Санду ранее заявляла, говоря о деле Марины Таубер, что ей хотелось бы, чтобы расследование было справедливым, прозрачным и не вызывало никаких вопросов.